проблему в вопросе, как кашлять. Стримим Эльд Варкрафт Рамбл. Такое говно сегодня вышло. Как это вообще возможно, блядь? Игра типа вышла? Да, от Blizzard, блядь. Она только сейчас вышла? Я думаю, она давно уже существует. Это ж мобилка? Да. Суки. Хуйню сделали. Такую хуйню, как это возможно? А, они недоступны для нас. Это леваки, левачьё гандоны. Я ненавижу. Конченые ублюдки. Но Макс Капс прикольный. Я русский. Я русский. Я русский. О, спрашивают, что за скрин. Я иду до конца. Где? Я покажу. О, Максим, ты тоже погляди. Коля, ты можешь глянуть, но тебе, думаю, это неинтересно. Вот такая вот хуйня. Я гляну, но мне это неинтересно. Привет всем, пацаны. Здорово, 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 здорово. Что это? Нихуя. Ой, бля, себе, убери. Что, что это? Не позорься, убирай. Ты что, прикалываешься мне показать твой стол? Включай видосы интеллектуальные, развивающие. Я сейчас с буквами, включу. С алфавитом, с азбукой. Не вот эту хуйню. Не 7000 хп! Это мало. Ёпсту. У меня мало. Было больше. Это мало плюс похуй. Понял? Видосы, а у нас не было видосов интеллектуальных. У нас был ТикТок один недосмотр. Во-во-во, Настя. А почему один, чем мы ленту не полистаем? Давай, полистаем. Ща. Блин, ну, вот этот вот новый спам с сисендуполами, это вообще топ. Я лучше пока не видел из символов. Никогда еще не так не шевелилось на циферке у меня, на буковке. Кстати, посмотри, у нас в чате новый пользователь чата, Ярик, взорвися. Это в прошлом анфиксинг. Не знаю, обижать это Ярика или нет. Нет, ни капли. Почему это должно обижать Ярика? Ну, я боюсь, что он станет как каким-нибудь ёбнутым, как этот Бэйн из Бэтмена, и начнет спины ломать, или еще какая хуйня, мне за это отвечать. Ну, нам он первыми сломает спины. Делаем все возможное для этого. О, мне так нравится. Тогда у нас, кстати, выход только один, на самом деле, вы же понимаете, типа, догнобить до такого состояния, чтобы он уже никем не стал. Мистер Ноубоди. Уничтожить. Я русский. Так, надеюсь, загрузится. Что, вам видно, Демку? Мне все видно. Так, всем привет. Мы вернулись. Хай. Планетка. Хай. Охайо, онитя. Вот это смотрим. Она такая толстая, что она даже не грузится, блядь. О, грузится, грузится. Вот это у вас на разгоны такие? Ну, в целом, да. Загоны, скорее. Понял. Загоны, да. Для коров. Ой, спасибо. Блядь! Ой, спасибо. Мне деньги задонатили. Надо поблагодарить человека. Да, за деньги надо. За деньги, да. Ой-ой-ой. Жирная масса, как стримерша Твича. Вот нужно записать тебе говновидео. Вот этот видос сейчас смотрел. Ошибка, произошла ошибка. А он нихуя мне не помог, кстати, я дизлайк поставлю. Так, сейчас. Donation alert. О, спасибо большое за 1000 рублей, Flower. С ума сойти, зачем так много? Асайзеном ТикТок покажи. Позорься, анимешник. Да, я покажу, мне не зазорно, там хороший ТикТок, там хорошая музыка. Спасибо за... За 1000 рублей, блядь, я столько могу себе прикольного купить. Я, кстати, вчера ночью, ну как ночью, где-то часов 12 пошел до Большого Магнита купить себе зарядку. Зарядку купил, рис купил, энергетики купил. А зарядка не заряжается просто. Вот, спасибо, что отбил эту стоимость. Ван Хельсинг зачем-то деньги бросает. Не нужно. Зацени мемную песню. Но мы ее уже заценили. Да, это была прикольная песня. О! Nine Club, да? 8 Club. 100 рублей на кириешки и поцелуйчик. Спасибо большое. Приятно.
Ебать, это такое говно, что-то все донаты разом. Я этим занимаюсь каждый раз. Я сейчас со стороны послушал, пиздец. Вот куда все зрители делись. Да-да, ты какой-то хуйней конкретной маешься, если честно. Тру, брат. Блядь, я больше не буду читать нахуй залпом все донаты. Что не успел, то не успел. Все, да, согласен. Нахуй надо. Подождите, а сегодня какое число? А, ну вообще тут только два осталось, так что, ну, надо добить. Джеза пишет, 20 рублей кидает, говорит, и поблин, точечка, организуй амнистию политзаключенным и модеров-беспредельщиков еще на нарды надо. Ой, на нарды, на нары. Ну да, все разбанены, все прощены, но я надеюсь, бля, разбаньте, если кого-то забыли. Но я думаю, то, что всех. Я просто не умею. О, Ахмат тут. Так, Зенья Кавае пишет. Здравствуй, подстаю на коленях и молю прощения. Я молюсь с открытым ртом для ментального сосания. Послушай извинения. Ой, блядь. Ну давай, давай, что ты там наделал? Это твой клип очередной? Сука, младенчик кор, когда это закончится? Так, ну вам тоже обязан это показать. Давай. Мы этот ТикТок никогда в жизни не досмотрим, похуй. Сейчас глянем, сейчас. Roblox инцидент. Бля, какую они хуйню делали. Я теперь... А Максим, а ты видел прошлый стрим, где мы в Roblox играли? Нет. Ну, короче, там люди занимались тем же самым, что я, когда ты играл в Roblox, я пишу, Максим Смоленцев ненавидит всех казахов, он и режет казахов, вот такое вот. И они то же самое делали, прикинь, перед камерой бегали и писали хуйню про Израиль, писали хуйню про Палестину. Ты сейчас специально так орешь, чтобы весь дом услышал? Чей? Мой, я же в Казахстане. А как он услышит? Так, блядь, я же говорю, ты так орёшь, он услышит. Тихо, блядь! Вообще удаляй все это. Да не, казахи охуели. Угу. Ладно, смотри. Ну, конечно, это все шутка. Казахи — наш братский народ. Кому ты нужен тебе? Секунду. А, ладно, похуй, давай дальше. А почему вы подтягиваете штаны? Да иди ты нахуй! Бля, ты сам музыку делаешь? Не, музыка прикольна, но слова я нихуя не понимаю. Хорошее видео, только. Ну это точно боль. Не его музыка. Это точно не его музыка? Не его музыка. Вот это вторая, это точно не его музыка. Это я слышал в ТикТоке. Бля, Зенья Кавае, ты чё, охуел? Бля. Вот так, кстати, Ксанекс, да, выглядит? Мир пацанов. А, на фоне, да, слышу заднюю музыку. Каждая секунда видео как удар по ебалу. Но я рад, то, что мы сходимся во мнении. Я сегодня в тизере дагестанца. Но что, если я скажу, что это было за грани материи? И куда вселенной порядка не распространяется на энтропии? Короче, иду нахуй на спот качаться, блядь. Видишь, короче, ты женский персонаж, подхожу к ней, начинаю разговор. Я... Максим, слышишь? Вообще нихуя не понимаю, ни одного слова пытаюсь все разобрать. Но сейчас ты говоришь там.
Если да? Человек, парень, мужчина, мне кладет, ты знаешь, что девочка. Я решил подарить ей меч, сделал сюрприз. И она точно умеет. Короче, мне дарила этот меч. Она мне спасибо, спасибо. Все, мы, короче, почти официально в отношениях. 2 дня или 3 я не заходил в игру. Через 4 дня я про нее забыл. Мне стало похуй. Я захожу в игру, смотрю на онлайн. Я пишу ей, дай клинок заточи. Она мне его передает, я тебя удаляю, нахуй зазреливаю, блядь, оттуда. Но больше меня заводит дорогу покупать пив. Сильное тело, мощный ум, наверняка мой мир. Может я имею прав, но все таким боем должны страдать. Ноль рук, ноль кок, мой уже травма. Влетел ей руку сдать, как будто самолет. Жаль, что она не совершила аборт. Тогда было бы клёво. Пиздец, ну тут надо в поток войти, чтобы понимать, про что там поется, про что говорится. Семен говорит, что он не зря выколол себе глаза, но как он может знать это? Anyway, мне понравилось видео, прикольно. Да, лайк поставлен. Я его спокойно посмотрел, было приятно слушать. А посмотри эти 2 тиктока, которые я тебе скинул в Телеграм. Куда ты мне скинул? Телега. Рам. А, сейчас. А у меня нет телеги на компе, блядь. What the fuck? Ну сейчас ноута. А ты можешь просто перекинуть? Да, ну типа того. О, супер. Дисыч? Да куда угодно. Дисыч. Да похуй. В смысле похуй? Как ты увидишь его? Да похуй, потерпим. Я Коле перескажу. Угу. Начнем с первого. Блять, я не транслирую. Да похуй. Ну нам все видно было, если что. Да. А. Чайер не зачем. Зачирился уже. Ты. Не существует более глубокого одиночества, чем одиночество самурая. Разве что может быть одиночество. Он украл пищу. Еду. Ну, ему почти въебали. Не-не, почему? Автобус даже въебали. Автобус полный детей! Кирилл, Кирилл получил пермабан. Где? Да, у него там второй аккаунт теперь появился. Это он и есть, он и есть. Вот ты сейчас его смотрел. Ты сейчас смотрел его второй аккаунт. А, ну я только не помню. Блин, а там был трехмиллионный. Там был миллионник, да, его забанили. Потому что он туда постоянно члены вставлял и пёзды, и слушай, только думал. Тогда странно, что это все забанили. Да, он второй создал. Ладно. Не, ну прикольно. Ну это ожиданная концовка, честно говоря. А это потому что ты знал, что она будет неожиданной. Ну кстати, надо было надпись тогда убрать. Она в топорте. Я Лазар, ха-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 
вообще. Они типа квадратные. Ты должна понимать, что у мужчин может быть своя точка зрения. А их точка зрения — это оспаривание базовых человеческих прав или детский лепет, который я прошла, съела, переварила и высрала еще в свои 13. Дырка. Ой, блядь! А почему женщинам разрешают высказываться в интернете? Вот этим можно. Ой, блядь. Да ну, тоже не очень. Да, хуйню снимают. Это твоя лента, чувак. Чувак,
Это то, что ты мне скинул, это в рекомендациях по твоим TikTok. А, да, да. Да, TikTok-бомба, блядь, это была. Рэл Нана. Нана, прикольное аниме. Я помню, мне Максим посоветовал, он говорил то, что он плакал, когда смотрел. Так, вот TikTok дальше показываю. Кого? Мампу? Нана. Блядь, мы его досмотрим когда-то или нет? Это ужас. Я уже пятый раз вижу это ебло тарелку. Бля, я когда первый раз смотрю, я хотел, да, тоже высказаться про ебло тарелку. Со школы, это 10 плюс лет. Не-е-е. А его девушка снова поссорилась со своей подругой спустя. Она тут пукает про то, что друзья, ой, и что мужчины не умеют дружить. Друга и говорят о сакральном. Они не открываются друг другу эмоционально, не делятся какими-то моментами из жизни, как это делают женщины в дружбе. Женскую дружбу, правда, очень легко разрушить, потому что женская дружба — это на самом деле отношения. Если какая-то из сторон сломает вот эту эмоциональную связь или доверие, мы больше не захотим с ней общаться. У мужчин эта связь сломаться не может, потому что ее нет априори. В их дружбе их связывает только футбол и кальянка. Поэтому по статистике, которую вы можете проверить, было. Мужчины гораздо чаще накладывают на себя руки, потому что, проходя через тяжелые эпизоды своей жизни, им не с кем об этом поговорить. Сейчас. Мужчины гораздо чаще накладывают на себя руки, и мне с чем... Смотрите на ее улыбку. Жизни, им не с кем об этом поговорить. Yes! Не с кем об этом... Победа! Она улыбается! Это мне напомнило TikTok, где тип с канистры рассказывал про то, что у него там у брата кто-то сгорел, жена и ребенок, и он в конце улыбнулся по-маниакальному. Ну вот она тут то же самое. Маниакальному. Блять! Тяжелые эпизоды своей жизни. Кстати, она реально в точности как он улыбнулась. Себе, и даже когда они тяжелые эпизоды своей жизни, им не с кем об этом поговорить. Тварь. Они... Конченые. Так, что, смотрим ленту? Не, пацаны, вы что-то я не знаю, я не уверен, вы такие нацисты, я не знаю, я могу ли продолжать. Я здесь был хоть один нацист. Я ее презираю не из-за ее национального. Я ее даже не презираю за то, что она родилась с другим детородным органом, а потому что она хуйню несет полнейшую. Вот она как Ярик, она какую-то вообще противоречивую, ну, чушь несет с очень умным ебалом. А причем тут мальчик? Ярик? Вот, я скинул. Поэтому его можно воспринимать всерьез. Блядь, я не могу переоткрывать все по новой. Сейчас. Я просто чок, я не слышал даже, что вы говорили. Here's my gas can. Josh blew himself up and his two kids. Ну, прикольно. Не, а мне нравится вот этот, когда твой друг киргиз доказывает, что его дед не резал никаких русских во Второй мировой войне, воюя за японцев. И там котик такой, он такой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Няку-няку-няку. Да-да-да. Подумай о ребенке. Это я подумал о ребенке. Ты тут прикольно сказал. Так. Че за хуйня? Зачем он это вырезает, блядь? Я не хочу, чтобы... а если это случайно в рек? А что там происходит? Какая-то хуйня, я не знаю. Он опять мои слова, блядь, из контекста вырезает. Какую-то хуйню, монтаж. Хули там вырезать? Что там вырезать из контекста? Один контекст, если... А давай посмотрим, что Кирилл запустил с нового аккаунта. Там опять жесть какая-то лютая, или он нормально начал? Да, только скажи мне сейчас его этот, я его тут найду. А, и сейчас я без понятия, брат. Юрмировский стол покажу. Что это за проблема с разными окнами браузера? Ну, у меня одно это приложение на компьютер, а второе это ссылка на ютубе. Ой, в браузере открывается. Сложно как.
Ну, давайте сейчас, да, просто браузера посмотрим. Да, пассив юрнир, это жесткий стол. Очень крутой. Нет слов. Так, а с браузера, да? Так, а только скиньте мне хоть один его видос. Чего он угорает? Так, ну сейчас можно... Клип посмотрел, который Фейсхантер скинул. До сих пор не понимаю. Нахуя? Он существует. А я теперь понял прикол. Читать, но не озвучивать чат. Да, угарно. Ну скажу так, а то угарно, но скажу так, часть это крысиная хуйня. А что там? Не, ничего, кто Юрнира умоляет большими буквами, чтобы ты прочитал где надо, но я не говорю. Не, я прочитал где надо. Привет, можжевельник. Только пришел. Так, а где этот-то? А, наверное, сейчас через историю просто браузера посмотрю. Я Копию написал, если ты прочитал, то ты сосал. Он мне так написал. А я нашел этот шортс. Вот смешной. А какой шортс? А, сейчас гляну. Блин, а где этот пользователь-то? Да не оно. А, во-во, все, нашел. О-хо-хо-хо. Так, и сейчас вам покажу. Реально, а что это за клип, Коля? А что за клип? Какой, блядь, клип? С женщиной-продавцом. Ну, был да был. Нихуя не понял я, ну ладно. Слышь, так смешно написано. Эмпипатора. Эмпипатор. Не воевал за эмпипатора. Эмпипатор. Никто бы не воевал за эмпипатора. Мой друг кореец, тут написано, друг японец. Он вообще во всем, блин, во всех показаниях попутался. Есть оригинал кота? Лайк. Так. У кого-то точно есть. А, ну да. Блин, я думал, это утверждение. Так, давайте смотреть. Этот, в клипе там на самом деле говорится «мне бы дозу», но он почему-то обрезал, блядь, без последних двух букв, получилось «мне бы до...» Так, смотрим. Чё-то, блядь, я, если честно, по превьюхам уже в ахуе. Это вообще пиздец. Предикчу. А, это Ярик. Ярик. Я думал, тут Коля шутит. Найс. Рад видеть. Жму руку. Образ, образ еще такой яркий-яркий. Вот глаза закрываешь, пенис. Пенис, пенис. Сиськи. Сиськи. Наложено, я надеюсь, поверх. Это не ладно, у меня еще вся хуйня типа замонтаженная. Это-то оригинал. Слышишь, с яликами постоянно такая хуйня происходит. А он нет-нет, вылетают откуда-то просто ебанутые клипы, которые я даже не верю, что могли быть в реальности. Да-да, и с первым, и со вторым, причем с Яриком. Он там и про дагестанцев пиздил. Он одно время, ну, точнее, там был момент, где он говорит, что все женщины на самом деле хотят быть изнасилованными. Это было не в шутку. Это даже из контекста было не вырвано. Да, да, и где он про дагестанцев говорил, что типа они совершают 99% преступлений в Москве. Ну, он вообще много чего говорил про чеченцев, про дагестанцев. Я девочек себе приглашаю, суши им беру и потом потрахиваю. Я не мужик. Я девочек себе... Я не мужик. I like penis. Creative. Люблю креативных людей. I like penis. Кирилл тебе аккаунт создал. Люблю креативных людей. I like penis. Вот да, тебе новый перезалившик. Ебать. У него целая реформа произошла. Он переосмыслил свой бренд. Немножко. Пробую себя в новых движениях. Ебать, что это было? Окей. Ну, это, кстати, прикольный игровой момент. Видимо, так надо.
В самом деле, ладно. Играет. Немножко фейк реакция, да, чувствовалось? Немножко фейк реакция. Немножко. Че нахуй, блядь, ну? Это что, Коля? Он 39 минут назад. А кто это? Все, он начал это залить. Я вообще не знаю, надо жестко. Вот тут мемчики. Что это за момент? Это игровой. Отправьте это в GameCube. GameVP. Почему это все по 10 тысяч лет? Чего написано? Аллах на травулах. А если ты любишь детей? Хирокуин, дай сам ну макдан. Бойца отдаст. Сыдени кисимену хан. Хирокуин ва омае но хитоми но нака ни хай. Нет, я не в этом. Ебать. Немножко. Ебать, что? Вот это. Ну, это я, кстати, много раз видел. Вот это? Так, блин. Да. Ипа, протестируй мое очко. Тебе не стыдно было, когда ты это говорил? Вообще, не знаю, ему думал, не стыдно было, когда он это нарезал. Да. What the fuck? Думал, это наш перезаливщик? Забыли. Кстати, дайте я через приложение это буду включать, потому что, ну, плохо грузится. Да, да, оно так завышает ожидания, на самом деле, когда долго грузится. О, не копируется. Ctrl-C. Ctrl-C. Оно не вставляется. Помогите мне! Вот тут котенок. Это же ручками. Да, придется. Блядь! Потому что трек хороший. Ну а чё, ты не можешь хотя бы трек послушать без прерываний? Какой трек? Ну сейчас играл вообще кайфовый. А как ты услышал? Не знаю, просто музыка заиграла. Да, да. I'm my body, my way. It's you. А мы дослушаем этот трек? Я его пропустил уже. Пиздец. Так, смотрим дальше, получается. А зайди в историю просмотра, мне нужно название этого трека, отвечаю. Это было в... Сейчас так попробую. Даже ёбаный рот. Рек. В реках это было. О, только такое есть. Пойдёт? Да, сойдёт. Да ужас, всё, мы не можем смотреть, у тебя ТикТоки не грузит. Не получается, я не знаю почему. А, ну VPN, наверное, плохо работает. Кто-то ворует эту скорость. Она через... А я нашел трек, спасибо. Но она не работает. Стример говно. Вот то, что Коля тут косплеит, тем он и является. Так. Нихуя, ты и тот, и там одинаково посмеялся. С
Стример говно. У меня есть Ярик. Ярик смол яйцев. Максим пердел на младенцев. У меня есть Ярик. Ярик смол яйцев. Максим пердел на младенцев. Такое ощущение, как будто он для себя это делает. А, это смотрели. Следующий. Вот что Коля тут косплеит, тем он и является. О, Ярик. А, не слышу нихуя. Максимум. Все. У меня короткая уздечка. Пиздец. Это реально мой максимум. Ага, ты хан. Все, я больше не могу. Это просто стыдно. Я, кстати... Там какая-то женщина ему что-то говорит. Ну, это Настя. С Яриком, да, девушка. А шоу, где были бы дочери и отцы, было бы хуже? Ой, нет, нет, было бы хуже. Ты че, угораешь? Нет, 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 нет. Там бля, она на лича похожа, пиздец. Стрельба бы открылась. С хуя! Нет, нет, это слишком жестко. А вообще американцы себе такое позволяют, потому что не слышу, не шум. Спасибо за то, что свел трек. Слушай, блин, жму руку, уважаю. Жму руку и уважаю, у тебя такие порядочные, знаешь, такие, знаешь, оригинальные тиктоки. Ты большой оригинал, Шлинуарди. Без матов, без ругани, без пошлятины. Смешно ведь, такие идеи у тебя необычные. А, ну вот и маты. Бля, чувак, все, я понял, здесь останавливаемся. Еба. Еба. А прокомментируешь, это, чтобы это прикольно было. А, вот. Это было прикольно, прикольный момент, помню его. А почему он под каждым видео решил отписаться минута в минуту, смотрите, 43 минуты назад? Так, потому что он под всеми тиктоками пишет, ты что? What the fuck, что это за хуйня? Максим, а ты даже не делал, да, голосование на... Конкурс футболок, победитель, не победитель. Так тем лучше, блядь, сладкое на последнее оставили. На какое последнее? Самое кайфовое будет, вот, самые сливки снимем. Призов не будет. Верни, верни, просят. Это что вернуть? Если тебя не забанят, то точно не осталось модераторов. За что там? Начало. What the fuck is this shit был? И последнее. Фу. What the fuck, что это за хуйня? Блять. Обожаю эту фотографию. Не-не-не, мы разные фотки, наверное, смотрим. Я мы на одну фотку смотрим. Какой нахуй майонез в борще? Стоп, ты чё, угораешь? Подожди, ты хочешь сказать, что тебе сама мысль, что майонез в борще, она тебе претит, что ты не можешь признать, что майонез может быть в борще? Ну давай я майонез, блядь, с клубникой буду есть. Ням-ням. Ты утверждаешь, что майонез нельзя добавить в борщ и говоришь, что это сметана? Ну да. Я думаю, я понимаю, почему СВО началась. Слушай, ты чё, погоняешь, что ли? А... И мне такую хуйню не... Не-не. Ладно, тормози... Зачем ты это сказал? Ну, в смысле... Теперь понимаю, почему СВО началась. В смысле, почему нет? Ой, Ипа, в один момент тебе так станет стыдно. В смысле, похуй. Ипа. Чё ты? Протестируй моё очко. She was a fairy. Это смешно, потому что непонятно, как ему спускаться.
Ну я бы допрыгнул просто, перепрыгнуть. Ну, нет. С одной платформы на другую. Не, почему? Можно. Там же, ну, метра два, не больше, наверное. Нет. Достоин пишет: здравствуй, мой дорогой брат. А ты больше не будешь смотреть мои тиктоки? Да, все верно. Бля, ладно, давайте посмотрим. Brand new prototypes. Brand new prototypes, sir. Потому что там, возможно, будет смешнее, чем вот лента просто. Но будет на кого попиздеть. Тоже верно, правильно? Ладно. Ой. Ой, блядь, тут понаскидывали. Ну давай, да, Сосен, по твоим пройдемся. Ебать. Бубстер. Почему там аккаунт Бубстер называется? Где, где? А, он скидывал что-то? Да. Ой. А, мне так твоя последняя запись понравилась, у тебя в этом видео ВКонтакте, ой, подожди, видео ВКонтакте, ВКонтакте у тебя в группе, там у тебя рисунок нарисовали, где ты такой, знаешь, дядька в очках, такой весь в пиджачке красивый, и ты написал: я и кто, а там вообще только ты. Я знаю, да, кто прыгал. Это у кого, у кого, у Коли? А у меня, знаешь, было три ветки развития. Первое, то, что я подумал, что ты просто этот уже, ну, старенький, не разбираешься в приколах. Второе, будто ты это с просони написал. А третье, это было то, что это, ну, ты в постиронию написал. Ну вот, видимо, третье. Все правильно. И постирония была только третья, не первая, да, у тебя предположение? Видишь, как они к нам относятся, Коля? Как они не уважают нас? Он, наверное, думает, что я, блядь, и комментарии случайно закрыл. Он, наверное, думает, что я дебил. Нет, комментарии я знал. Это прикольно было. Ебать, ты не наш сон. Да, Сосин, смотрим кого-нибудь другого, наверное, лучше. Ты бы число? Хоть... Ты, у тебя музыка хоть играет на стриме? Да, да, тухло сидим. У него не играет все это время музыка. Битрейта нахуй нет. У меня учился тиктоки смотреть открыто. Еще и музыки нету. Все я хотя бы с музыкой это говно разбавляю. Извини, я сегодня это что-то... Но меня подкатило Могу тебе показать лютую группу? А, да, давай. Как назвать? Сейчас я скину их трек. Ой, надеюсь, это Borderlines. Или The Old Mistakes... А, New Person, The Old Mistakes. октября. Ну это вроде уже новый, вот он нас скидывал. Так, я сейчас обоссусь, 5 секунд отошел. Его ждем. Ты скидываешь? А, сейчас найду. Да Сосин, твоя хуйня не грузится. А вот, ну про собаку я видел. А тут только несколько прогрузились. Может попробовать HoloVPN off-on? Моделька. Ну, музыка играет, это главное. Хорошо сидим. В нашей такой свойской атмосфере. Open. О, Facehunter скидывает этот. Ссылку на Spotify. Сейчас гляну, что там. Может, прикольно что-то скинул. Открыть Spotify. Купит гей вершин. Кляну. Сделай себе уже проксю, заебал. Нихуя себе ты, блядь, словечки знаешь. Может, я не хочу сейчас сидеть и разбираться в этом. Ну, не сейчас, а до этого. Ха-ха, блядь, Ярик, взорвись, он так и не поменял от них. О, Свайпер, добрый вечер, рады вас видеть. Так. Я тебе скину пару годно. А можно, да, я тебе скину одну группу, покажу, один трек поставишь их, окей? Да, без проблем. Это хай-фай? Окей. Нет. А кто это? Дискорд. Если Дискорд. Дискорд я скинул. А, сейчас.
Мне не дает зайти. Что за хуйня? Дискорд не дает зайти. Не, в этот, ну ладно. А это даже смешно. Браузер. Валерий Милад, ты вот угораешь сейчас меня или что происходит? Ты чё, охуел? Человек вообще человеком становится, когда ему Милад начинает. У меня минуту назад эта песня сидела и играла. Чего? У меня сейчас Валерий Милад заиграет, но только сейчас играет красиво. Ты отвечаешь? Да, посмотри реплей. Ты чё, угораешь? Я её поставил, потому что когда я сюда ехал домой, она в такси по радио играла. А во сколько ты ехал домой? У меня сегодня было... Два часа назад. У меня был план весь стрим сидеть слушать Меладзе. У меня был открыт Spotify с Меладзе. Так мы чакры соединили? Походу. Включай Меладзе, блядь. Так играет Меладзе, но только играет красиво. Лампох. Ну ладно, в следующем снова включим салют, Вера. Так, и чё? У тебя задержка на стриме 15 секунд. И, кстати, тебя на стриме вообще нихуя не слышно. Блять, еще с этим отрубом на полчаса. Тебе что-то сегодня тебя вообще останавливает от стрима. Ты как муравьишка, блять, как тараканишка на стриме, на своем стриме. А я ору, блять, пиздец, как Титан с гор. Че, как Титан с гор? Я. Ты. Я, ты, она. О. Меня слышно, алло? Ну все, ну бля, ёбаный Ryzen, я ненавижу эти процессоры. Ну вот и надо подготавливать контент-план на стрим. На листочек надо... описывать. И на листочек, о, и надо было не шопиться. О, мне курьер приехал. О. Ой, мне там задонатили, блядь. Сейчас. Ой, задонатили, ой-ой-ой. Нихуя себе, это что такое? Ёпсудей. Алкохимик, спасибо большое за 1000 рублей. Во-первых, где моя модерка? Во-вторых, когда возьмешь кузов подсосы, чтобы чат читал? В-третьих, больше ничего нету, в-третьих. Контент-план настройки тиктоков обруб офф. Мне нравится, что обруб и офф это разные вещи, это целых два дела после настройки тиктоков. Ну, тиктоки настроены, все в порядке. Алкохимик, спасибо большое за 1000 рублей. Громпуза вообще живой? Я не знаю такого. Не, живой, конечно, там на серваке я видел, сидит, ха-ха-хи-хи, с кверти ловит, с кобой. С Данте с этим, блин, придурочным. Че ты угораешь? Это сообщение Сергока. Ёбаный похули он мутит вообще. Ну сегодня, блин, сегодня было в планах разобрать планы на будущее, но видите, у нас нихуя не получилось. У нас нету будущего, у меня процессор сдох, походу. Не, вообще у меня, знаешь, какая была идея? Я хотел после того, как мне, блядь, довели до этого нервного срыва после стрима с МБМ. Я хотел такой, типа, о, вот, все, мне плохо, туда-сюда. Надо это, с психологом поговорить и с психологом угорать на стриме. Но хочешь прикол? А почему реально? А что такое? Почём прикол? Прикол в том, что ну, этим уже занимаются. И даже сегодня вот эта вот Дашечка 228 сидит психологом стримит. Блин, я хотел 3 дня назад включить стрим и вот эту хуйню придумать. Но они обогнали меня. Аж пропердолило. Слышишь, реально, блядь, как они это умудряются? Я тебе говорю, ты знаешь, почему радио создали по всему миру одновременно все, знаю, блядь? Знаю. Потому что все это с космоса пришло, блядь, кто успел, тот и съел, нахуй, надо делать мгновенно, в этот же день, сука. Да они ты понимаешь, мы это придумываем, потом кто-то идет к ним на стрим, им на ушко это шепчет, они пиздят наши идеи все до единицы. А мне кажется, точно, и либо это крысы конченые работают. Mm-hmm. Это два варианта. Но я считаю так, слушай, что Ниша еще не занята. Go к онлайн-психологу, они-то ходят, наверное, лично? Нет, они к онлайн-психологу и ходят. Go лично. Лично? Ну это тоже кринж. А как он ко мне придет или я? Слушай, они угорают или true рассказывают? Они, во-первых, угорают, а во-вторых, походу, конченые. Это все проплачено. Потому что, ну, психологи в курсе, что стрим идет. Это вообще хуйня лютая. Они это снимают вообще... с них рофлю.
Нет, это вообще дебильно. Надо просто очень тонко троллить. Бля, очень меня... тонко. Так все было расписано, просто поминутно. Да не. Зря ты включил тапок, нахуй. Надо было делать. Пофиг на дураков. Нет, надо было делать. Это вот только что сейчас сделали, а вот я не успел это рассказать. Получается, я буду посредственно здесь. Через 2 дня включу то же самое сделаю. Надо что-то новое. Говорит, нужно проститутку снять. А, ему говорит, Макс уже на стриме. Ну да социум. Ну, блять, мужик юморной. А что, если я сейчас пистолет к твоему виску приставлю? Обосрёшься? Да, я уверен, что да. Не рискуй. Скажи парикмахера на стрим и не говори про стрим. А я мне парикмахер. Да, онлайн. Ему первый раз ебало за это набилишь. Чё-чё, кому? Ваджелинку. А, да? Подожди, то, что он парикмахера на стрим звал? У него пришла женщина, его на дому стригла, и после этого ей начали звонить, нашли ее номер. И после этого пришел муж этой парикмахерши и разбил ебало Ваджелинку. А, ну вот вам еще одна проблема. Батюшку позвать и исповедоваться перед ним? Да это статья. 10-часовой стрим? Ну и да, и как мне рофлить с батюшкой, если я был вот так? Это тоже отсылка на Ваджелинка, блять, я пытаются Ваджелинком упорно сделать. Ладно, давай просто кафешку хотя бы, блять, сходим. Да, Ипо, как тебе идея? И не скажем, что я трошку картошку и орешь 10 часов. Твах! Ладно, это все понятно. Ну надо что-то... Не, у меня есть еще одна идея в закромах. Но я сейчас не буду ее рассказывать. Они, блядь, опять спиздят этот прикол. Меня это уже бесит. О, Тимур Онирайс что-то пишет. Позови проктолога на стрим и не говори ему, что это стрим. А почему, Тимур, не сам, а ты приходишь ко мне и пишешь вот такую хуйню? А когда ты у Коли Алисона, то ты пишешь вот такие приколы. Какие? Вон на стриме. Он пишет, это когда Коля пытался понять, на какой станции он жил. Он говорил то, что он живет на станции Хихикамори. А он пишет, Хихикамори или ха-ха, как суша? Тимур. Да. Прикольно, что у тебя заскринено это. А нет, слушай, а лучше, знаешь, не позови проктолога на стрим и не говори ему, что это стрим, а пойди к проктологу и представь, что это стрим. Ну, это метамодерн, это постметамодерн. Самое такое, самое ебучее в постметамодерне, что об этом никто не узнает. И только ты один гений. Так это вообще разъеб. Это разъеб дикий. Ой, я помню, знаешь, мне ТикТок попался. Постметамодерн — это смеяться одному, а не с кем-то или для кого-то. Ну нет, это уже хуйня какая-то. Это уже клиника. У меня, знаешь, что было? ТикТок попался, там, короче, девочка с каким-то, блядь, еблетом кривым стоит, смотрит в камеру и говорит, это я смотрю ТикТоки, который мне скинул друг противоположного пола. А, друг парень, типа, поняли? Вот такую хуйню сделал. Таких не бывает. Таких не бывает. Но я скопировал этот ТикТок, отправил своей подруге, и когда она смотрела этот ТикТок, она, получается, хуйню смотрела полную. Правильно же? Получается. Ну, да. А я вчера, короче, стримил, но не завел. Тоже прикол такой был. Просто видосы смотрел. А, ну да. Ну тип. Какой подруги, бля. 100 шагов назад. О, алхохимик. Спасибо за 500. Пока не будет модерки, донаты будут уменьшаться в 2 раза. Я хочу Ярика забанить. Я очень хочу забанить Ярика. Во-первых, Ярика не получится забанить. Он модер. А во-вторых, ты не сможешь всегда уменьшать донаты на 2, потому что там получится бесконечность. Это в Джоджи был такой стенд, который расстояние вдвое всегда уменьшал, и до него нельзя было добраться.
И ты мне, получается, будешь всегда донатить. Ладно, модерку надо, конечно. Бля, еще бы за деньги. А кто-то вообще, ну, Джоджо смотрит? Да, это жесткая тема. Мод. Знаю, правда, зачем вам модерки. Я уже все рассказывал про модеров. Вот раз модерка. Флауэр скидывает 500 рублей. Прошлый донат чекни. Да-да, сейчас смотрю. И выйди на Open Mic со стендапом про такой стендап. Хуйня. Ой, ну это уже у нас было в планах, кстати. У нас это вообще в планах? Конечно, все в планах. Все будет. Вообще я хочу купить... Но не сразу. Телефон? Ну вот, я сейчас дам нахуй материнку. И, наверное, куплю какой-нибудь телефон нормальный. Ну, там, с камерой, не с камерой. И все, и можно будет куда-нибудь приехать. И жестко. Кошмарить этих москвичей. Москвичей, да-да. Они будут сидеть, думать то, что о, сейчас мы хуёво проведем время в хуёвом стендапе, а я приду и разъебу все. И они вообще удивятся сильно. Угу. Идея такая, конечно, у нас есть. Че говоришь? На нахуй, вот так прям. Да, 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 да. Я еще в конце бы микрофон вот так кинул. Бля, ну это, наверное, за это штраф, да? Не знаю, если ты больше никогда там не появишься. Ну да, или быстро просто уйду. После этого. Я бы еще вот так руки сделал, два пальца, понял? Peace, как этот, американский президент уходил. Джордж Кеннеди Буш, или кто там? Fifty Cent. Я, кстати, его хотел на подкаст позвать. Но? А, не знаю, пока не дошли руки, я, ну, чуть-чуть занят. Но, ну, в планах, конечно. Так, Flower, еще 1000 рублей. Огромное спасибо. А ТикТоке-то будет? Ой, а ТикТок-то будет? И покажи ребятам контент, СТГ. Там, а, да-да, точно. А, спасибо большое за деньги. Огромное спасибо. А, сейчас, как это... Как благословить дочь онлайн там было? Это мы тоже глянем. Как благодарить, если подарили деньги? Вы наше спасение. Спасибейше. А, Василий, вы невероятно круты. Василий, вы невероятно круты. От всего сердца. Вы волшебник. Спасибо большое за деньги. Люблю деньги.